Здравствуйте! Сегодня на обзоре налобные фонари с беспроводным управлением HU60 от Nightcore. Система разработана по принципу старой доброй шахтерской канагонки, но есть одно но. Источником питания может быть любой пауэрбанк, при этом желательно, чтобы это был мощный Nightcore NB10000. В противном случае некачественный внешний источник питания может попросту замкнуть и даже сжечь наш налобник, как и любой другой фонарь. В случае экстренной ситуации HU60 на минимальном режиме можно временно запитать даже от ноутбука. Принципиальная схема выносного аккумулятора выгодно отличается от классического налобного фонаря в первую очередь равномерным распределением веса при долгом ношении. Кроме того, блок питания на морозе всегда можно спрятать за пазуху, что значительно продлит работу аккумуляторов. Вторая фишка налобника – это два варианта управления. Первый по классике – это три кнопки на корпусе, второй – это беспроводной 2.4G браслет на руку, где имеем три клавиши. Первая отвечает за активацию питания и переключение режимов свечения. Вторая и третья управляют ближним и дальним светом. Головной фонарь исполнен из сплава алюминия с использованием технологии литья. Имеет глубокие ребра охлаждения. Расположена на прочной полимерной платформе с вертикальной регулировкой до 100 градусов. В верхней части расположена мультисистемная кнопка управления режимами со встроенным индикатором питания. По низу имеем еще две кнопки поменьше, которые отвечают за ближний и дальний свет. Прожектор оснащен четырьмя светодиодами дальнего освещения Cree XP G3 S3, благодаря которым налобник может развить световой поток в 1600 люмен. При этом дальность луча на максимальных оборотах покрывает дистанцию в 162 метра. По центру стоит светодиод ближнего рассеянного освещения с хотспотом в 170 градусов Cree XHP 35 HD E2 мощностью 1200 люмен. В итоге мы получили целую световую мини-станцию, которая благодаря крайне широкому функционалу и унифицированным источникам питания охватывает практически все сферы работы и отдыха.